привет еще раз. 22 мая, сегодня 2023 год. Вот. Вечер уже, солнышко садится, холодно, уже пчел, понятно, не будет. Похолодало. Просто сниму, покажу. Тут вот немножко тоже акации есть. Поэтому и глядичью. Стал вообще посмотреть глядичья в каком состоянии. Глядичья вот на подходе. Ах, пахнет акация. Глядичья вот, короче. Такое вот состояние. Видите? Вот это вот глядичья самое больше. Ну, здесь пчелы прям гудят. Вот это вот разновидность глядичьей. Она самое больше, короче, дает нектара, вот на которой вот так вот много. Этих, короче, она почти без колючек, видите? Ну, есть колючки, точнее, вот, ну. Но не так много. Есть, короче, вот это прям совсем колючая. Ну, это такая средняя, поняли, колючести. Вот. Ну, у нее, короче, не такие они колючки. Вот они такие более, видите? Два шипа, короче, не три шипа, сейчас покажу. Чтобы понимали, какая сама более медоносная. Вот на ней прям пчелы вот на этой. Здесь вот сюда с ума сходят, видите? Вот такой, короче, шип. То есть один большой и один совсем-совсем маленький. И вот, ну, там и по дереву, вот там вот идут, да, шипы такие мелкие, короче, все дерево в таких мелких шипах. Ну, ствол сам этот. Вот, вот это самое медоносное, короче. Прям на ней пчелы будут здесь гудеть. Забыл, как она там называется именно. Ну, в общем, вот эта, которая три шипа, она меньше дает. Тоже дает, но меньше дает. А которая... Вот я сейчас вам покажу. Немножко, ну, вот так вот листополосы идут, это все глядичи. Туда, сюда пошла, вот сзади меня. Налево туда пошла, короче. Там вот все. Вот там дальше, вот у глядичи и все. И на той стороне, короче, лесополосы. Ну, в общем, 10 лесополос у меня глядичи. Вот. Сейчас акация отцветает, короче, и сразу за ней глядичи начинает зацветать. Вот это вот меньше всего дает. Вот. Сейчас покажу. Вот такая. Поняли? У нее такие будут ну, вот такие раскидистые она висит. Вот на ней пчел вообще почти никогда нет. Вот эта глядичи, она почти не дает нектар. В общем, поняли вы, да? Вот покажу у нее какие колючки. У нее, короче, просто вообще ровные колючки, видите? А вот, не, вот есть три, да, тоже. Да, ну, непонятно, короче, да, вот есть по три колючки. Тоже как трехколючковая, но у нее вот такие кисти, поняли? Они вот так вот будут висеть, в общем, свисать. Она не так медоносит. Короче, самая больше вот та вот медоносит. Вот такая вот. Больше всего. Меда дает. Ну и так акации по лесополосам немножко встречаются. Ну, в основном по селу я сейчас буду ехать, покажу вам. Домой будем ехать. Специально свернул вам. Ну и маки. Маки, и тут вот поле грязное такое тоже. Всякого вон. А сота будет всякого этого. Много цвести вот сейчас. Вот, летом будет вот это вот цвести. Вот, всякие эти. А соты, масоты, в общем. Все это медоносы. И мак крымский цветет. Вот сейчас с него пыльцы много прут. Всем пока.